Где, как не на Эфедре, знают, что на самом деле обозначают фразы «зеленое золото». Деловая древесина – продукт недешевый, поэтому здесь максимально налажено безотходное производство. Остатки кора и щепа уходят на изготовление ДСП, а опилки – как топливо для котельной. Тоже, видите, система аспирации – это в цехах. Там они лесопилением занимаются. Все, что перебирают руками. Привозят, да? Привозят, заготовки. Выгружают, да. Угу. Свои у нас гаражи. Угу. В принципе, мы автономны. Ну, вы абсолютно, да, получается, автономны. Предприятие активно участвует в разработке древесины после санитарных рубок, в том числе в нашем округе, а также ее привозят из Егорьевского, Воскресенского округов и Владимирской области. Доска половая, брус профилированный, клееный, готовые беседки, дома и дачки. Номенклатура у предприятия может быть обширной, но большая часть производственной мощности – это клееный дверной брус для крупных компаний, специализирующихся на сборке дверей. Также сотрудничают с мебельными компаниями и крупными заводами. Она приезжает в завод «Профильдорс», они его берут, а пол вот так раз. Если он не сломался, и геометрия правильная, то он подходит. Если из пакета 2-3 бруска сломалось, без пакета назад. В основном здесь перерабатывают хвойные породы. Они меньше по времени сушатся, однако работают и с березой. И дома клеим, когда по небольшом количестве, может клеить что хочешь. Было бы только желание и время для этого. Беседки, вот цилиндрованные вы видели, там на улице лежит. Можно сделать из бревна что хочешь. Самое главное, правильно к нему относиться. Как, не просто как к бревну, а просто дереву, которое сегодня стоит очень дорого. На предприятии уделяется внимание модернизации. В этом году откроется еще один цех с современным оборудованием, чтобы не было перебоев с поставками.